13 серия из сериала «Возвращение». Роман застает Ирину и Петра в ресторане. Они похожи на обычную семейную пару, но Ирине удается оставить Роману записку. Роман следит за машиной Петра и приезжает к дому матери Камилы, Лидии. Именно здесь Петр снимает жилье. Камила в это время возвращается в Погодино и находит в доме матери шприц с наркотиками. Ее не устраивают новые жильцы, она вступается за Ирину. Когда Петр пытается ее избить, то происходит трагедия. Олег взбешен поступком бывшей жены, он готов на все ради спасения матери. Роман признается Ирине, что был влюблен в нее еще до того, как она спасла его на улице. Но как это возможно? В его комнате Ирина обнаруживает свои портреты, которыми увешаны все стены, и в страхе сбегает. Гордеев получает приказ передать дело Бойцева прибывшему подмосковному следователю Соломатиной. Капитан отказывается, тогда Соломатина предлагает ему стать напарниками. Посмотреть очередную серию вы сможете 21 октября.